Ну а поводом для появления такого законопроекта стал недавний конфликт в Салехарде между городскими властями и активистами общества «Дороги Ямала». Администрация окружной столицы подала в суд на общественников за оскорбление деловой репутации местных властей. Руководству города не понравился видеосюжет, который вышел в эфир на одном из местных каналов, в котором председатель «Дорог Ямала» Кирилл Амельченко обратил внимание на состояние дорог в Салехарде и заявил о том, что часть из них находится в плохом состоянии. И сегодня в окружной столице должно было состояться первое судебное заседание, но оно было перенесено на завтра. Мы делали рейд, составили там соответствующие документы, сделали акты такие своеобразные, отправили эти письма в ГАИ. Ну и, соответственно, то, что мы там увидели, мы это разместили на нашем сайте. Ну, как бы вот она вызвала такую, ну, не совсем, может быть, адекватную реакцию, которую мы ни в коем случае не хотели, как бы, и даже и ожидать. Да и цель у нас не было порочить честь, достоинство и деловую репутацию администрации. Ну, вот как-то так они это восприняли.